Привет, вы смотрите YouTube-канал Моё, с вами Виктория. Если вы устали от хамства на дороге и не можете доказать свою законность действий, то видеорегистратор вам в помощь. Какой, спросите вы, потому что действительно очень много видеорегистраторов на рынке, и нужно выбрать ту модель, которая не подведет при ДТП, запишет все моменты вашего происшествия, да еще и все это транспортирует в очень качественную, хорошую картинку. Сегодня я вам расскажу сразу о трех видеорегистраторах компании 2E. Поехали. Итак, у нас на обзоре сразу три видеорегистратора компании 2E. Это модель 2E Drive 530, эта модель называется 2E Drive 550 Magnet, и эта модель называется 2E Drive 750 Magnet. Если посмотреть на их дизайн, то я бы, наверное, выделила вот эту модель Drive 550 Magnet, потому что она мне напоминает более такой спортивный и молодежный стиль. Вот эти вот две модели Drive 530 и Drive 750 Magnet, они выполнены в более классическом стиле. Вот эта модель у нас весит 63 грамма, это 69, это 83. Итак, в комплект поставки 2E Drive 530 у нас входит, собственно, сам видеорегистратор, кронштейн с присоской на лобовое стекло, подзарядное устройство на 12 вольт с кабелем мини-USB и инструкция. Кстати, кабеля в каждом из моделей достаточно длинные, поэтому этой длины вам хватит совершенно спокойно, чтобы подключить устройство в машине. Точно такой набор есть и в модели 2E Drive 550 Magnet, но магнитный кронштейн уже идет с модулем GPS. Также есть micro-USB, зарядное устройство 12 вольт, но в комплектацию 2E Drive 750 Magnet добавили запасное 3M стикер для держателя, установочный комплект держателей кабеля питания и защитную пленку для стекла. В каждой модели есть поддержка карт памяти microSD. В зависимости от модели, это может быть от 64 гигабайт до 128 гигабайт. Вот эта модель 2E Drive 530 и 2E Drive 550 Magnet, тут по 64 гигабайта, ну и самая последняя модель 2E Drive 850 Magnet, тут 128 гигабайт. В моделях 2E Drive 550 Magnet и 2E Drive 750 Magnet кронштейны крепятся к лобовому стеклу при помощи ленты, которая выдерживает разные условия и также ультрафиолет, она очень прочная. В модели 2E Drive 530 кронштейн к лобовому стеклу крепится при помощи присоски. Если, кстати, еще рассмотреть вот эту модель, то она крепит кронштейн к самому видеорегистратору, крепится при помощи защелки. Вот таким вот образом. Две другие модели, 2E Drive 550 Magnet и 2E Drive 750, кронштейн укрепится при помощи магнита, который достаточно сильный, хорошо фиксирует сам видеорегистратор, но вы совершенно спокойно, без дополнительных усилий можете снять видеорегистратор с кронштейна. Также я хотела отметить, что вот в этих вот двух моделях есть небольшой минус в креплении. Данное крепление не имеет поворота, чего не скажешь о креплении в 2E Drive 530. Здесь вы можете вертеть камерой, как вы хотите. И вперед, и вниз, и влево, и вправо. Высокое качество записи Full HD обеспечивает сенсор Sony IMX323 и объектив с 6 качественными стеклянными линзами и инфракрасным фильтром. IPS-дисплей изготовлен из закаленного стекла в 2E Drive 550 Magnet диагональ 1,4 дюйма, разрешение 240 на 240, а в 2E Drive 530 диагональ уже 2,45 дюйма с разрешением 432 на 240. И только в 2E Drive 750 Magnet появляется сенсор OmniVision, а LED-дисплей 720 на 480 читается даже при ярком освещении, и есть запись в формате Full HD, Super HD, Quad HD и 2160p. Высокая скорость работы данных моделей, данных видеорегистраторов – это заслуга мощного процессора Novatek 96658. Также в этих моделях очень хороший угол обзора – 150 градусов. Все видно, то, что происходит перед вашим автомобилем, не теряются никакие детали. Видеорегистраторы получили ряд функций, которые делают использование устройств максимально эффективным и удобным. Наличие датчика G,
реагирует на сотрясения и удары. Циклическая запись обеспечивает бесперебойную работу видеорегистратора и постоянно перезаписывает старые файлы новыми. Режим VDR улучшает качество картинки видео, расширяя динамический диапазон съемки. Например, когда машина выезжает с паркинга на светлую улицу, то видеорегистратор подстраивается под новые параметры освещенности. Но такая функция есть только у модели 2E Drive 550 Magnet. Третье. Мониторинг парковки, Parking Mode, который позволит снимать видео, когда машина припаркована. Четвертое – это запись аудио. Пятое – определение движения, Motion Detector, благодаря которому устройство автоматически включается в режим записи при движении автомобиля и выключается после его остановки. Ну и шестое – это GPS Player, запись GPS-координат, файл видео с возможностью воспроизведения маршрута на карте, но для моделей с GPS-модулем. Все вышеперечисленные функции доступны вот в этих двух моделях, ну а модель 2E Drive 530 может похвастаться только тремя характеристиками – это Motion Detector, G-сенсор и циклическая запись. Кстати, все эти модели достаточно хорошо реагируют на перепад температуры и выдерживают от минус 20 до плюс 70 градусов по Цельсию. Многоязычное меню данных видеорегистраторов, которое включает 4 языка, это украинский, русский, немецкий и английский, достаточно понятно, вы с ним разберетесь. Единственный момент и такая небольшая проблемка есть в навигации модели 2E Drive 550 Magnet. Там нужно понимать, когда нам нужно удерживать, когда не удерживать вот кнопку, которая присутствует у нас на видеорегистраторе. Вообще здесь у нас две кнопки управления. Но, например, вот в 2E Drive 750 там вообще все просто и легко, потому что здесь у нас уже появляется сенсорный экран. А вот в 2E Drive 530 экран хоть и есть, но он не сенсорный, но зато есть аж 5 кнопок навигации. Днем видеорегистраторы фиксируют хорошую цветопередачу. Вы номерные знаки можете увидеть от 15 до 20 метров. Ночью этот показатель падает до 10 метров. Картинка плавная, отличная. Но, естественно, если вы съедете с трассы на какую-то проселочную дорогу, или дорогу с какими-то выемками или колдобинами, то детализация страдать таки будет. Как по мне, то все эти модели видеорегистраторов – это хорошее соотношение цены, качества, надежности и комфорта. И самый классный из этих видеорегистраторов, по моему мнению, это все-таки 2E Drive 750 Magnet, участвует у нас в розыгрыше. Поэтому мы вас сегодня спрашиваем, как расшифровывается правило 3D на дороге. Вот додумайте и расскажите мне, что это такое. Ну и, конечно же, напишите лайки, точнее, поставьте лайки, напишите комментарии. В комментарии расшифруйте это интересное правило 3D. Нажмите колокольчик, и скоро увидимся с вами в новых видео. Видео.